А сегодня мы имеем возможность услышать гимн в другом, в особом исполнении. Наш уважаемый коллега Иосиф Давыдович Кобзон, как и обещал, записал гимн. Этот факт, на мой взгляд, является не только еще одной страницей в его яркой творческой биографии, но и уникальным вкладом в историю отечественного парламентаризма. Гимн, который называется «Избранником России», был таким своеобразным даром выдающихся деятелей русской культуры. Его музыка написана в лучших традициях отечественной классической школы, ну а возвышенный текст напоминает нам о неразрывной связи с нашим прошлым, о ценностях свободы и демократии, о преемственности отечественных парламентских традиций. И, конечно, о величии нашей страны, историческое имя которой Россия окончательно было возвращено именно в 1990 году. Я от души поздравляю всех вас, уважаемые коллеги, с наступающим Днем России и прошу включить запись гимна «Избранником России».